время 17 часов 37 минут. Сегодня у нас 20 октября 16 года. Полинский полет номер один. Значит, цель полета — определение часового расхода топлива. Значит, программа полета взлет на НСУ и полет по полетному заданию. Полетное задание замкнутое, круговое, протяженность 23 километра. А полет на высоте 300 метров над уровнем, значит, аэродрома. Скорость путевая 70 километров в час. На некоторых участках, где по против ветра, 60 километров в час. Ну, вот, собственно, и все. По температура воздуха у нас 4 градуса, да? Точка росы минус 1,2. Влажность 75%. По количеству кругов, ну, посмотрим по времени. Все, я выключаюсь, потому что его не видно практически.